Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ты знаешь, весна не за горами, да и вообще 365 дней в году хотелось бы чувствовать себя максимально комфортно в обуви. Вот все-таки, когда как в тисках, невозможно существовать. Согласна, поэтому очень часто вот мы, например, себе здесь на вторую обувь выбираем именно такие варианты, именно слипоны. Слипоны, встречайте! Ты знаешь, я всегда думала, что слипоны от слова «слип», «спать». Ножка убаюкивается в слипончиках, ей становится хорошо и приятно. Сейчас мы с тобой докажем, что это так оно есть. Пусть все думают, что это от слова «слип», «спать». Итак, бестселлер телеканала «Шоп-н-шоу», хит продаж и 5 цветов на выбор. А вы хотите, чтобы ваша ножка спала целый день, получала удовольствие? Внимание на экран, выбирайте свой цвет. Итак, у нас с вами есть черный, есть цвет бирюза, дальше золото. Ох, золото я себе, кстати, уже отложила. Дальше у нас с вами есть, посмотрите, серый цвет и есть цвет бежевый. Роскошная палитра, особенно учитывая, что у нас с вами здесь и люрекс, и такой чуть-чуть вот разное по оттенкам эффект деграде, да, немножечко различается, такой меланж, если хотите, в этих слипонах. Обожаю такие предложения, которые выглядят элегантно, изящно и в то же время очень модно. Это самый-самый писк сезона слипоны, именно вот такого варианта, именно вот с таким эффектом будто бы вязки. И, кстати, красиво. Должна вам сказать, что здесь совершенно шикарный размерный ряд. Отлично садятся слипоны размер в размер на всю линейку от 36 до 41. Единственное, если у вас размер половинчатый. У меня, например, размер 38,5, я себе взяла 39-е. Вот, смотрите, то есть вы можете сейчас выбрать свой размер. У нас здесь ничего не маломерит, не большемерит, все четко по размеру. И звоните в колл-центр, ведь сегодня действует скидка. Все, что мы предлагаем вам в прямом эфире, на все действуют самые лучшие цены. Но, ты знаешь, когда мы говорим про обувь, хотелось бы дистанционно, заранее, перед покупкой убедиться, что слипоны подходят на любую ножку, даже проблемную. Поэтому давайте посмотрим на особенности именно наших слипонов. Во-первых, начну с полноты. Восьмерка, вот это редкость настоящая. Вот у меня, Оль, полнота седьмая, я надела, мне свободно везде. Даже в подъеме, хотя он у меня высокий, я занималась танцами. Смотрите, что здесь. Эластичная лента по бортику, причем она не просто пришита сверху, все это расстояние, это та самая эластичная лента. Вот такая ширина еще в подъеме, вот такая высота еще у вас получается в подъеме. Это такой комфорт, это такое удовольствие, даже если нога отекает, не подрезает ее вот здесь вот плотный материал, вы получаете только комфорт. Ну что ж, вот такой ширины покажи, вот такой высоты. Друзья, если вы выбираете для себя сверхкомфортную обувь, звоните прямо сейчас. Если у вас большой подъем, если у вас широкая полнота, слипоны успокоят вашу ножку. Это действительно как прям вот, знаешь, ощущение, как в тапочках. Мы когда с тобой примеряли, мы поняли, что это действительно комфорт полноценный. Редко, когда слипоны вот так подходят под ножку. Я тебе больше скажу, Оль, здесь лучше, чем в тапочках. В тапочках и в основной части слипонов есть одна проблема. Плоская подошва. Это значит, что не всем они подходят, потому что у кого-то плоскостопие, у кого-то заваливается нога. И, конечно же, мы, как правило, в слипонах чувствуем себя не всегда комфортно. Что здесь? Смотрите. Умная стелька. Стелька с поддержкой стопы. Вы видите, что здесь у нас с вами? Здесь у нас с вами бортик, который поддерживает стопу изнутри. Она не заваливается. Здесь у нас амортизация в области пяточки, которая не дает образовываться натоптышем и заваливаться пятки. Поддержка пятки, вот она внутренняя. Ну и, конечно же, вы обратили внимание на фактуру. Это, по сути, массаж для ваших ножек. Представляете, вы идете, а вам делают массаж. Такие стельки, кстати, отдельно в магазине продаются. Они стоят около 1000 рублей. Тысячи рублей стелька! А у нас и стельки, и слипоны. Хит продаж, которые обожают наши телезрители. Вы хотите ощутить максимальный комфорт? Комфорт
научиться летать, тогда звоните прямо сейчас, пока все цвета и все размеры в наличии. Хочу тебя еще спросить, скажи, пожалуйста, насколько они гибкие? Потому что бывает, знаешь, такое вроде бы везде там, да, широкая полнота, эластичная лента сверху, а подошва не гнется, и ноги через час уже устают. Ну а здесь у нас предусмотрено абсолютно все, в том числе и подошва. Смотрите, какая прелесть. Буквально в бутерброд можно сложить эти слепоны, продемонстрировав тем самым, что у нас с вами очень мягкая подошва, гибкая. Это термопластичная резина. Что такое термопласт? Это современные материалы. Прекрасен он тем, что прекрасно гнется, совершенно не деформируясь, не ломается вот на сгибах, что важно. И при этом он легкий. Кстати, у термопластичной резины, резины нового поколения, нет неприятного запаха. Вот помнишь, когда первые появились резиновые подошвы, он был. Здесь его уже нет. Слушай, все очень хорошо, но вот эта белая подошва у меня всегда черной становится. Это ужас. Я замучиваюсь, даже тряпочкой не получается отмыть. Слушай, ну и не отмывай тряпочкой. Зачем она тебе нужна? Закинула свои слепоны в стиральную машинку, постирала. Они у тебя чистенькие, новенькие. Здорово. Все, никаких проблем. Это же можно стирать. Конечно. Прекрасно. У меня, кстати, есть специальный мешочек для обуви. Я там часто стираю обувь, но я не знала, что слепоны можно стирать. Можно и нужно. Звоните прямо сейчас. Размер от 36 до 41. Не маломерят, не большемерят. Берем размер в размер. Ты знаешь, все, конечно, очень хорошо. Подстраиваться под ножку. Мягкие, пластичные, стильные, модные, блестящие. Вот давай на этом моменте и заострим внимание. Да. Чаще всего блеск, он недолговечен. Вот потрем и все, и сразу все слетает. Скажи, пожалуйста, вот наш блеск, насколько он долго продержится? Оль, так у нас же не блестки, у нас нить. Это люрикс, это люрексовая вплетеная нить. То есть у нас с вами, посмотрите, вот здесь, например, нить белая, мятная, зеленая и серебряная. Это тоже нить, которая никуда не денется. Ну, хочешь, я тебе вот так произвезу, знаешь, как вот, прям даже возьму другой цвет, вот, чтобы ты убедилась, что оба цвета вот настолько качественные. Смотрите, слышно? Слышно. А? Ничего, ничего не потек. Посмотрите, я терла изо всей силы. Ни одна блестка не облетела. Посмотрите, рука у меня не блестит. Все потому, что это нить. Она никуда не денется даже после стирки. Вот когда вы будете стирать свои слепоны в стиральной машине, вы их достанете и убедитесь, что они так же выглядят, как будто вы их только что приобрели. Да, очень эффектно они сделаны. Но такое ощущение, что они прям жгутиками выложены, да? Слушай, я такого не видела на нашем телеканале. А это прям вот хит-хит. А, кстати, это же еще эксклюзив. Ты не только на нашем телеканале такого не видел, ты и не увидишь больше нигде. Вот эти слепоны есть только у нас. Да, я помню, когда они впервые были представлены на нашем телеканале, сразу завоевали в сердца всех телезрителей, потому что они необычные, таких вы не видели нигде, потому что они супер доступные сегодня на нашем телеканале.